Но всех интересует вопрос. Кто же будет основным вратарем нашей сборной? Ну, тут двух мнений-то быть не может. Наши ворота на замке, когда там стоит... Яшин! Центр, сместись! Лев Яшин. Валя. Лев. Огромный вклад в победу «Динамовцы» внес молодой Лев Яшин. «Реал» — это, конечно, хорошо, но я как-то привык за «Динамо». Достаньте нам эту гребаную победу! Чтобы Родина вами гордилась! Чтобы они вас запомнили! Мечтать игру на... Футбол, он... живой. Растет, меняется. Одной реакции мало. Пойму я тебя, Лёна. Руки есть, голова работает. Ну чего тебе этот футбол? За поражение команды должен тот ответить персонально. Яшин уже отыграл свое. Яшин — это и есть команда. Да это футбол! Старые заслуги, девчонок! Важен результат! Когда станешь за сборную играть, помни, ты выходишь не просто так дерьмо пинать. За тобой страна, люди. Так что постарайся не огорчать их. А ты Яшин? Ну, Яшин. А чем докажешь?